сразу же поклевка, с первого же заброса. Классное начало сезона, мне очень нравится. Вы видите, что творится, а? Главное, что была поклевка, рыбку мы подержали. У меня был рекорд, по-моему, 42 щучки. Ну, небольшая щучка была. В рыбалке можно учиться практически всю свою жизнь. Видите, вместе с корчом шевелится. По центру поплыла рыбка, махнула хвостиком. Привет, рыба. Кажется, что прекращаться это никогда не будет. На Руси псовые охоты были привилегией высшего дворянства. Охота с собакой особо колоритна, она увлекательна и продуктивна. Предлагаю вам приобрести хорошего помощника в охотах на зайца, красного зверя и копытных. Русские гончие и сибирские лайки от лучших производителей подготовлены к работе в самых сложных условиях.